Сегодня у нас 24 июня, продолжаем 2016 года. Вот у нас лагерный пруд, мы здесь ходим, с ребятишками купаемся. Здесь вот у нас натянуты буйки. Начальник лагеря нам вчера выговорил, что мы сразу не натянули. Вот вчера сделали, два колышка забили и буйки сделали. Еще надо будет сделать колышки в буйках, чтобы они вместе не собирались, когда ветер будет. Вот. Сейчас вот Нестор и Андрей. Андрей выпрямляет гвозди Нестору, а Нестор починяет скамейку тут. Бык ходил и вырвался. Она уже, правда, гниловатая была. Из этого он и вырвал. Вот он выпрямляет. Учится. О. Нестор забивает гвозди. По рукам хоть попадал хоть раз? Нет еще? У тебя сейчас все впереди. Так, дальше идем, смотрим, чем у нас другие занимаются. Вот, привезли колышки с лагеря. Иначе нас сделал начальник лагеря. Нам заострил их. И мы тут... Я забивал, а Степа держал. Сейчас вот Кирилл забивает. Кирилл тоже помогал колышки забивать. Ксюша растаскивала. Сейчас вот она грядкой занимается. Пропалывает. Так она колышки разносила. Полную телегу мы принесли. Вот. Девочки подвязывают. Рося с Сюшей, со взрослой. Вот. Делают немножко послабее, чтобы она могла расти. Тихо, аккуратнее, только аккуратнее. Эй, аккуратнее. О! Вот работа получается. Выше меня. Потихоньку, потихоньку, не торопись. Главное поддерживать, чтобы если сорвется, ты мог удержать ее. Степа присел, молодец. Что он старается тоже. Я как наркоман сел. Наркоман. Наркоман. Ну, Степа. Вот у нас трудится Тимофей. Прополол почти грядку уже чеснока от сорняков. Вот. Работа несложная. Слава Богу. Ну, вот так вот мы трудимся на огородчике. Тут уже зарастать начало заново. Недавно проходили все тяпками, опять зарастает. Слава Христу.